Ну вот, дорогие друзья, на новом месте приехали мы. Сейчас ждем, пока нам комнату дадут. Мы планировали 5 часов езды, а оказалось, что я 2,5 часа, и мы уже здесь. Проехали без всяких пауз. Просто Лилечка заснула сразу же полчаса после... выехали полчаса, она и заснула сразу. И всю дорогу она проспала. Хотя уже утром в 7 часов все встали. Я планировала, главное, в 7 часов выехать, а выехали мы в 8. И все супер прошли. Теперь мы уже здесь пообедали. У нас в 11 нам уже обед давали. Нормально все было. Детям пиццы сделали, давали. А мне картошка вареная. Бак картофель с курочкой, грудкой такая хорошо поджаренная, подгрильная. И салатов можно было набирать сколько хочешь салатов. Это хорошо, что салаты можно бесконечно кушать. Сейчас они там играются на площадке детской. Я здесь тоже сижу на площадке детской. Очень много площадок детских здесь. Поэтому я сейчас нашла тихий момент, что с вами поговорю. Проехали хорошо. Мы, говорю, 2,5 часа ехали. Единственное, что сейчас под конец дороги уже дерутся. Под конец дороги мы ехали, дождь пошел сильно, прям гроза, прям гвиттер, гроза была с молниями, если чуть-чуть пришлось медленно ехать, но доехали быстро. Планировала, вот именно я помню всегда, когда мы ездим в сторону Гамбурга, всегда стоим в пробке, но в этот раз отлично проехали. Мика супер вот эти 2,5 часа сидел тихо. Кстати, я им дала в этот раз, дала я телефон, закачала туда всякие фильмы смотреть детские. И он спокойно, пока Лилечка спала, спокойно смотрел фильм. И было отлично, ой, они бегут уже назад. Ну, сейчас в 2 часа ждем, пока комнату нам дадут. Пока... Еще сегодня ничего не планируется. Сегодня пойдем, скорее всего, на море. Посмотрим, как. Надеюсь, погода будет стабильная. Вот слышите звуки. Не такие птицы поют, как у нас. Другие птицы поют. Ну вот. Ну, буду записывать дальше влог.
уложила спать уже. На улице дети еще бесятся какие-то, а мои уже спят. Завтра утром вставать. Мне уже сказали, что завтра утреннее время. Сейчас я сижу на нашем диванчике. Как покажу. Коляска у нас стоит в прохожей. И здесь, ну, короче, румто еще покажу. Обязательно румто засниму, когда детей не будет. Детки спят в отдельной комнате. Большая такая комната, здесь моя кровать, здесь телевизор, ну, короче, увидите, еще покажу обязательно. Завтра утром уже у нас очень строгий режим, я не знаю вообще, как будет, это уже в 7 часов мы должны на завтрак идти, после завтрака мне их сразу в детский сад надо отдать, и в 8 часов у меня уже прием у врача. Но обсуждать вообще, какие мне терапии нужны и что вообще мне нужно вообще в этой клинике. Я вообще не представляю, как я детей просто так, которые в садик, которые еще не знают, просто отдам. И кстати, они оба в разные группы идут. Лилечка идет в самую младшую группу. Здесь, по-моему, по два возрастных групп. Две возрастных, здесь, по-моему, четыре совсем маленькие группы по разным комнатам. И, по-моему, даже больше взрослые, так, от шести старшей группы для моего сына. Ну, короче, я не знаю вообще, как будет это. Расскажу в следующем видео. Ну вот, как вообще день прошел? Скажем так, утром все было хорошо. Мы приехали сюда. Даже, я скажу, не ожидала так спокойно. Все было, все суперски. Я не ожидала, что так будет, спокойно проедем. До 2 часов мы ждали, пока комнату получим, все тоже нормально было. Ну, короче, а потом начался весь стресс. Стресс в том, что как эту полную машину, которая битком забита была с двумя детьми, загрузить в комнату. Ну, короче, меня выручила вот эта колясочка, да. Мне пришлось два раза ходить, дети второй раз пришлось здесь в комнате одних оставлять, что я никогда не делаю. Но я с Микой договорилась, ему объяснила, что мама сейчас пойдет в машину, заберет еще ваши игрушки все, и потом я принесу. Поэтому, ну, пришла, все тихо сидели, смотрели телевизор, все нормально было. Ну, такое я, конечно, это для меня стресс, я такое не с удовольствием делаю, что оставляю детей без присмотра. Ну, здесь опасности никакой не было, но все равно мне как-то жутко было. Ну, по-другому никак, потому что их с собой опять тянуть к машине туда. Здесь буквально нас далеко поселили от машины. Мы самые, получается, самую конечную часть этого дома здорового комнаты. Ну, комната большая, комнаты хорошие, большие. Потом пошли мы, думали, ладно, ну, пока я всю комнату здесь, все тысячи сумок, все разложила по шкафам, шкафов, слава богу, много, все распределила, все куда нужно. Конечно, дети мучились в этот момент, особенно Лилечка, ей внимания очень много уделять надо, такой возраст. Ну, она дуремарилась и меня мучила, конечно, в этом, пока я шустро все собирала, разбирала, да. Ну, короче, она меня, конечно, за это время кончила. Ну, потом мы, конечно, опять всех собрали, одели. Кстати, первый раз, когда были на площадке, они успелись полностью, потому что дождь был до того. Весь песок был грязный, ну, короче, все мокрое еще было. И мы еще не попали в комнату, чтобы я их могла дождевую одежду одеть. Ну, короче, за это время, когда мы были на первый день, в начале дня, они все изгваздали уже полностью, испачкались. Я их потом, конечно, переодела в комнате в чистенькое все. Ну, в чистенькие мы пошли на море. На море они полностью искупались в этом, то, что чистенькое было. И когда я, кстати, шкафы, когда все раскладывала, ой, много набрала с собой, думаю, очень много набрала. Но если так дальше пойдешь, чтобы в день две сменки с ними одевать, то, да, хорошо, что я много взяла с собой. Здесь, конечно, можно стирать тоже, но... Лучше, конечно, взять лишнее, чем потом не хватать будет. Ну вот, потом все нормально. Я думала, что мы пойдем только на море. У нас все в 5 часов там по группам обед и ужин, и завтрак идут
по группам. Мы попали в вторую группу, значит, в 7 часов утра у нас завтрак, в 11 часов дня у нас обед, и в 5 часов вечера у нас вечерний ужин, да. И ну, я думала, что в 4 часа мы пошли на море, и я подумала, что ах, ладно, знаете, вечер, ну что, вечером здесь будут хлеб да сыр и колбасу давать, так оно и было. Знаете, наверное, не пойдем на ужин, у меня еще здесь с собой есть кое-что, всякие бутерброды с собой была с дома. Пойдем по городу, посмотрим, погуляем там, ага. Они пошли на море, насквозились за полчаса, замерзли, потому что сегодня такая погода еще дождливая. Ну и вернулись назад в отель, быстро их помыла. Я, знаете, суперские коляска, она меня выручает. Обоих вот туда, у меня, видите, там подстилка еще такая, знаете, которому обои на эти подстилку посадила, все эти грязнуль, понимаете, все в песке, в этом, все в соленой воде. Просто на нее посадила, на эту коляску, привезла сюда, прям завезла их сюда, вот как коляска стоит, так стоит, кстати, еще штатив этот, подставка для телефона еще стоит, прикрепленная. Обоих в душ, всех сполоснула, помыла, опять чистенько одела. И пошли мы, конечно, ужинать. И сидим, ужинаем, все нормально, все хорошо. Вторая стрессовая ситуация, моя Лилечка. У нас, кстати, 40 минут на каждое ну, кушание, получается, да, 40 минут завтрак, 40 минут, и потом следующая группа, получается, у нас по времени мы должны кушать, потому что здесь из-за короны делают по группам, по-другому никак они не успевают из-за гигиены, да. Ну, так вообще еда хорошо, ну, все. Вторая стрессовая ситуация, сидим за столом, все по времени, надо, конечно, всем успеть поужинать. Лили такая мне говорит: я хочу в туалет. Да. Можешь подождать чуть-чуть? Нет. Я говорю, Мике пытаюсь объяснить. Мика, посиди, пожалуйста, за столом. Кстати, у нас всегда, у нас один и тот же стол нам поставили на этот стол, и мы всегда должны за одним столом сидеть. И я говорю, Мика, подожди хоть чуть-чуть, я быстренько с Лили в туалет бегаю. И он, вторая стрессовая ситуация у меня, опять ребенка оставляю за столом одним. Я такого вообще не могу. Ну, короче, пришли быстренько, слава богу, она быстро в туалет сходила, быстро прибежали за стол. Все в порядке, Мика, слава богу, выдержала это время. И никаких театров мне не делал. Вот такая ситуация. Я пока, если честно сказать, отдыхом не пахнет. И сейчас вот именно уже вечер. Все спят, уложила, мне тоже надо спать, ложиться, утром сегодня сильно рано вставала. Ну, мне нужно сейчас все рюкзаки запаковать, все документы собрать, чтобы завтра утром в 7 часов все готовенькое было, сразу же встали и пошли, так, чтобы не вставать еще сильнее раньше. Ну вот, друзья, такая ситуация в первый день. Завтра я узнаю, как вообще будет дальше. Завтра у меня с Микой будет разговор у доктора, и также будут мои два термина у доктора. И потом поэтому будет ставиться мне план занятий, каких я буду делать, и что вообще будет планироваться здесь. Все буду снимать, все рассказывать, дорогие друзья. Вот такой у меня отпуск, кстати, вы писали, на курорт, может быть, правильно. У нас говорится in куат. Вот так, да, поэтому я перевела на русский, дословно перевела. Ну вот, дорогие друзья, извините за мой русский язык. Я знаю, что у меня русский язык не 100%. Такая, какая есть. Любите и жалуйте. Ну вот, дорогие друзья, я вам желаю прекрасного дня. И увидимся в следующем видео. Целую. Пока-пока.